Жара, прямо не могу. Да, жарко в теплице. Дим, дай мне 4200. Зачем еще? Ну, я установлю автоматические открывалки для форточек. СМС-ку отправляешь, и форточка автоматически открывается. Дожили. Уже форточкам СМС-ки отправляем. Ну, а что, очень удобно. Считай, ездить не надо, проветривать. Зато всегда помидорчики свои. И деньги не надо тратить. Да? А 4200 не деньги, что ли? Нет, надоело уже, понимаешь? Дай. Вот давай сейчас возьмем и посчитаем, во сколько нам твои помидорки обходятся. Так, давай. С самого начала начнем. Так, сама теплица, каркас, 14500. Так. Так, поликарбонат, 4 листа. 8000 я тогда заплатил за него. Так, доставка, 1600. Какая доставка? Ты сам все на своей машине довез. Да? Но у меня 2 метра поликарбоната из багажника торчало. Эй, 1500 штраф за негабаритный груз. Ну, 1500, не 1600. 1600. Я еще у Гришника за 100 рублей красную тряпочку купил. Дальше что у нас? Установка теплицы. Мы ее соседом вдвоем ставили. Он выпил 6 бутылок водки. Вы выпили. Хорошо, мы выпили. Он выпил 1 бутылку водки. 300 рублей. Дальше поехали. Навоз в теплицу. А что навоз? Он уже был? А он был снаружи теплицы. У навоза, знаешь, ног нет. 1000 рублей я отдал таджикам. Дальше поехали. Что там? Семена. А что семена? 20 рублей пакетик. Один пакетик 20 рублей? Нам же надо было весь помидорный спектр выкупить вообще. От дамских пальчиков до бычьего глаза? Бычьего сердца. Простите. Я не совсем разбираюсь в этой помидорной говядине вообще. Итого, значит, 3000 на семена. Дальше. Что, это во-первых, семена. А во-вторых, я вот этого посчитаю. Гнома, который должен стоять на входе в теплицу и охранять помидорки от негативной энергии. Вот это. Сколько он? 1800? Гном. Мне кажется, живые дешевле вообще гномы. Так, что дальше? Торфяные горшочки для рассады. О. Ну, что там? 120 рублей 60 штук. Угу. Мы же за ними на вторчермет ездили. В нашем магазине они на 6 рублей дороже. Ну, съездили, сэкономили зато. Сэкономили, да? Еще 1500 штраф за негабарит. Перевозка вот этой рассады. 3100 рублей. Какие 3100 рублей? Какие такие? 3000 химчистка салона. 100 рублей тебе на валидол. Потому что я, видите ли, ящички друг на друга поставил. Итого 33 400 рублей. 33 400! Это я еще колышки не посчитал. А колышки-то что? Ты их сам сделал из старых досок. Вот именно. Я их сам делал. 3 часа возился с этими колышками. Я высококлассный специалист. Мне 600 рублей в час платят на работе. А я с этими... Я посчитаю принципиально. 1800 плюс. Я еще сейчас твои посчитаю трудозатраты. Да? Ой, зачем я эти колышки вспомнила? Так, значит, 40 тысяч в месяц ты получаешь. Это если даже грубо. 160 рублей в час. Ты по 2 часа каждый день все лето здесь торчишь. Так, 320 на 90. Плюсуем, значит, 28 800. Дима, ты такой мелочный. Вот ты еще воду посчитай. Воду дарю. Хорошо. А вот эти все, вот эти, знаешь, вот эта мелочь вот эта вот. Леечки для полива, веревочки для подвязывания, грабельки для рыхления, щипчики для постынкования. И вот этот вот апогей агропромышленного трэша. Мини-плужок для аэрации. Включим. Еще 2000 минимум. Итого, значит, 69 400 рублей. Ну и что, и сколько ты планируешь собрать помидоров? В том году собрали у мамы 6 ведер. Ну, это потому, что все тля поела. А, во, еще тля.
Мы что-то брали такое супердорогое против тли. Вот этот электронный отпугиватель тли, вот. Вот где он? Ну, он не очень. Зато на нем гном хорошо смотрится. Подставка для гнома еще. 2300. Итого у нас получается 71700 рублей. Делим на 6 бедер. 11950 рублей ведро. Получилось. Это мы что выращиваем, а? Это мы что, осетров выращиваем, что ли? Давай считай, что это мое хобби. Недорогое хобби-то. Я спиннинг купил за 3000. Ты что, с ума зашел по городу? Тряслась там. А тут ведро помидоров 12 косарей. Нормальное хобби такое. Че? Ничего, сейчас я посчитаю. Че ты посчитаешь там? Спиннинг, вы... говоришь? Спиннинг. Костюм рыбака. 10500. Мы же просто в куртке на рыбалку не можем ходить. Нам же на встречу с рыбой костюм нужен. Лодка резиновая 15000. Да, ну, что ты прям... Сети, экраны, блесны, крючки, поплавки, грузила, лески, катушки. Плюс двое суток отсутствия. Ой, ну прям... Поскольку ты там в час получаешь? На колышках. 600 рублей умножаем на 48. Итого? О-о-о! И делим на... Сколько ты там рыбок поймал? Что за сарказм был? Штук 20, не меньше. То есть в год по одной рыбке. Отлично, итого... О, так у нас тут не осетрина даже. У нас тут лобстеры, фаршированные мраморной говядиной. Да какой говядиной? Ты посмотри, гландами лепса фаршированные. Сколько там тебе надо на эти форточки? 4360. Погоди, ты говорила 4200. Ну плюс еще 160, я за ними час ездить буду.